Друзья, привет! Ну что, сегодня повяжем декоративные косы восьмерки спицами с фантазийным эффектом вытянутых петель в районе скручивания рядов. Раппорт такого узора составляет 6 петель и 8 рядов. Мы начинаем мастер-класс с первого ряда раппорта. Итак, я снимаю кромочную, далее вяжем 5 петель лицевыми за заднюю стенку. И одна изнаночная. Повторяем 5 петелек лицевыми. И одна изнаночная. Итак, первый ряд я закончила 5 лицевыми петлями. Приступаем ко второму. Снимаем кромочную. И далее вяжем мы таким образом, как ложатся наши петельки. Получается у нас 5 изнаночных. И 1 лицевая. Повторяем. Это будет наш второй ряд. Далее третий ряд. Третий, четвертый, пятый ряды мы будем провязывать таким же способом. 5 лицевых и 1 изнаночная. Далее четвертый ряд, 4, вернее 5 изнаночных и 1 лицевая. И пятый ряд мы пока вяжем таким же способом. 5 лицевых, 1 изнаночная. Далее у нас идет шестой ряд. Здесь мы немного меняем наш принцип. Теперь 5 петель мы вяжем изнаночными с дополнительным накидом внутри петли, для того, чтобы в следующем ряду у нас получилась вытянутая петелька. И лицевая, мы ее провязываем без дополнительного накида. Повторяем. 5 петель изнаночными с дополнительным накидом внутри петли. И лицевая. Далее у нас идет седьмой ряд. Самый сложный, на мой взгляд, но и самый интересный. Итак, мы раскручиваем 3 первые петельки, перекидываем их обратно на левую спицу, поддеваем вот таким вот способом. Далее 2 петли мы также раскручиваем, возвращаем их на левую спицу, и вот эту тройку перекрученную мы также возвращаем на левую спицу. И теперь мы провязываем вместе 5 петель вытянутых вот таким вот способом. За заднюю стенку лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. Далее у нас идет изнаночная.
Повторим нашу манипуляцию, раскрутим сначала 3 петли, возвращаем на левую спицу, перекручиваем вот таким вот способом. Далее раскручиваем 2 петельки, также возвращаем, возвращаем нашу перекрученную тройку и вяжем таким способом вместе 5 петель за заднюю стенку, лицевой, накид, еще раз провязываем лицевой, делаем накид и еще раз провязываем лицевой. Далее изнаночная. Ну что, 7-й ряд у нас готов, и заключительный 8-й ряд мы провяжем очень быстро и просто. Снимаем кромочную. Далее 5 петелек мы провязываем изнаночными, выравнивая нашу связку из предыдущего ряда. И 1 лицевая. 5 петель изнаночными. И 1 лицевая. Вяжем таким образом наш 8-й ряд до конца. Друзья, ну, на мой взгляд, абсолютно несложно. Зато получился вот такой вот потрясающий эффект. Обязательно сохраняйте в копилке, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего настроения!